Приветик, любители Террарии! Вчера появился новый спойлер обновления 1.3.6. Это «Ветреный день». Это новый саундтрек, который появится в обновлении, но и новая механика, новое событие, наподобие вьюги в снежном биоме и песчаной бури в песчаном биоме. Это «Ветреный день». Что мы тут видим? Деревья колышутся, лианы колышутся, трава колышется, даже облака в несколько слоев колышутся. И, конечно, вода колышется. Но это ли все? Нет. Смотрите. На лианах есть разнообразные цветочки. И они имеют разные стадии выращивания. То есть детализация травы, если присмотреться, то намного-намного улучшена. Бабочки испытывают проблемы с движением против ветра. Листья летят. Но они летели и в предыдущих спойлерах, не в этом. Вода. Вода колышется. Вот если бы они еще сделали маленькие капельки, которые отлетают от водопадика. Зайчка! Тут какие-то зайки у меня образовались, которые один за одним прыгают в пропасть. Но это, конечно же, не придирка. И так все выглядит еще более атмосферным. Мне кажется, обновление 1.3.6 будет направлено именно на создание большей атмосферы. Чтобы сам процесс копания, постройки... Сам процесс нахождения в игре был очень приятным. Подсолнухи даже колышутся. Хотя я нашел одну травинку, которая не колышется. Вот это вот, один изгой. Травинка не колышется. Хотя вот даже Дейблум, цветочек, тоже колышется. Не знаю, с чем это связано. Я за этим прослежу, что когда будет обновление, будут ли колыхаться все травки. Или не все травки будут колыхаться. Еще расскажу про трек. Трек магический, позитивный. Но чувствуется... Неповторимая душа Террарии. Но только ли атмосферы будет касаться это обновление? Мне кажется, Реллоджик еще те жуки, и они что-то приберегли. Ведь мы знаем, что появление новой механики, а именно урагана в снежном биоме и в песчаном биоме, было связано с появлением новых мобов, с новым дропом. Возможно ли, что новый прекрасный ветреный денек будет приносить нам какие-то новые приключения на нашу неугомонную задницу. Все может быть. А пока я ставлю твердую пятерку, ну или даже десятку, этому саундтреку и жду с нетерпением обновления. И рад, что разработчики наконец-то начали прикладывать руки к нашей любимой PC-версии Террарии. С вами был я, Мандаплей, и увидимся в следующем видео. Пока-пока. Поторопись, братишка. Ах ты наеба систему.